Во всех школах Одинцовского округа уже отзвенели последние звонки. Наступила пора экзаменов, и уже уверенные в своем выборе старшеклассники усиленно готовятся к поступлению. Думаю, в финансовую академию пойти на программисты. Сейчас готовлюсь к информатике усиленно. Я собираюсь поступать на бакалавриат, на ландшафтного дизайнера. Украшать чьи-то дома или дворики. Иду на осветителя. Собираюсь связать жизнь с театром. Отдыхать ребята тоже не забывают, но готовятся к поступлению в вузы все, начиная уже с 9 класса. При этом к предстоящим экзаменам относятся ответственно. Я собираюсь поступать на психолога, потому что сейчас это как никогда актуально, по деньгам прибыльно, обучение в принципе интересное и много возможностей, куда поступить. Я занимаюсь репетитором, слушаю уроки в школе. В принципе, сейчас очень много еще разных онлайн-платформ. Я пока что там не занимаюсь, но, наверное, отдала бы предпочтение уже в 11 классе подготавливаться именно там. Ребята идут к своей цели с ранних лет. Олеся уже выбрала 5 вузов. Планирует связать свою жизнь с изучением иностранных языков. Уже выучила 3 и собирается совершенствовать свои навыки. Планирую международный бизнес или рекламу и связь с общественностью, все, что связано с языками. Я обожаю языки. Я всю жизнь хотела как бы заниматься, что это с иностранными людьми общаться. Мне это все было очень интересно. Вот. И поэтому я решила такая, международный бизнес. Мне эта тема очень интересна, потому что там и языки есть, и вот это вот все, финансовый счет. Впереди у ребят, у одних годы, у других дни учебы в школе. Но все они надеются на осуществление своих желаний. Наталья Гончарова, Мария Салова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».